но Султан Азарбаев встретился с заместителем председателя Совета по управлению Международного финансового центра Астана Сумы Чакрабарти. В ходе встречи состоялся обмен мнениями касательно перспектив дальнейшего развития мировой экономики в условиях пандемии. Ильбаса отметил, что ухудшение эпид-ситуации может привести к появлению нового кризиса. По словам первого президента, сейчас наступили непростые времена, вызванные пандемией. Если будет так продолжаться, то может случиться новый кризис. Уже есть кризис долгов прогнозируется, кризис инфляции и снижение цен на энергоносители. В ходе беседы стороны обсудили прогнозы развития экономической ситуации в регионе и вопросы выработки упреждающих мер на фоне возросших рисков и вызовов.